Девятилетняя певица Ахирке Урымбайкызы из села Ахтасты Атекебийского района завоевала гран-при на конкурсе, прошедшем в Америке. На международном творческом соревновании «Шедевры Нью-Йорка» выступали представители сферы культуры. Всего в конкурсе приняли участие 30 певцов, каждый из которых продемонстрировал свое мастерство перед жюри. Ахирке Урымбайкызы произвела впечатление на судей своим голосом. Это был международный конкурс со множеством участников. Они представляли 5 стран мира, в том числе Америку, Грузию, Украину, Казахстан и Латвию. По итогам конкурса в своей номинации мы стали лучшими.